Представьте себе, что у нас есть сигнал КН, в котором N точек, каждая сигнал с каждым. Или граф КН, двутольный граф, есть N точек и другие N точек. И каждая из вот первых N соединена с каждой из остальных N. Вот, например, что такое граф КН? Это вот так вот. Понятно, да? Каждая из верхних трех точек соединена с каждой из нижних. Вот это граф КН. Давайте подумаем, много ли точек пересечения? Давайте договоримся, что когда у вас какое-то ребро нарисовано, другое ребро нарисовано, вот это называть пересечением. В принципе, бывает, что некоторые графы можно нарисовать без пересечения. Например, граф К4 удается нарисовать вот так. Согласны? Ну, ни одного пересечения. А вот граф К5 уже не получится. Почему? Потому что когда вы к этой картинке добавляете еще одну точку, неважно, да, или во внешней области, или сюда, то удается соединить со всеми двумя. То есть нарисовать с одним пересечением граф К5 можно, а вот нарисовать без пересечения нельзя. Понятно, что если взять n еще больше, наверняка пересечений будет больше. И здесь то же самое. Вот граф К2,2 вполне можно нарисовать без пересечения. Согласны, да? Здесь вот есть две точки, соединенные с каждой из двух других точек. Это называется граф К2,2. Он нарисован без пересечения. А вот К3,3, если внимательно посмотреть, то понятно, что нельзя. Ну, почему? Потому что, когда вы рисуете три точки, соединяете их с двумя, то это можно. А вот взять еще одну точку и соединить ее с этими тремя нельзя, потому что сюда соединить, пожалуйста, а здесь обязательно будет пересечение. Значит, хотя бы одно пересечение здесь есть, хотя бы одно пересечение там есть. Если n небольшое, конечно, пересечений будет все больше и больше. Вот моя цель сейчас – доказать оценку. Доказать, что при больших n количество пересечений будет большим. Для того, чтобы это сделать, сначала я задам себе такой вопрос. Если у нас на плоскости есть какой-то граф на данном количестве вершин, на n вершинах, какое наибольшее количество ребер у него может быть? Ну вот, скажем, я нарисовал граф, в котором раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вершин. Понятно, что можно еще ребер проводить. Какое наибольшее возможное количество ребер у графа, у которого n вершин? Ответить на этот вопрос очень легко. Смотрите, если нарисован любой граф с n вершинами на плоскости, и какая-то из граней у него является не треугольником, а четырехугольником или больше, то можно провести лишнее ребро. Вот здесь вот, например, пятиугольник можно провести. Понятно? Сейчас это уже все треугольники, но внешняя грань не является треугольником. Ну, замечательно. Провели. Что еще? По-моему, внешняя грань все еще четырехугольник. Значит, надо взять и провести вот так. Теперь внешняя грань стала треугольником. Согласны? Давайте сообразим. Вот если все грани стали треугольными, то есть мы провели по максимуму ребра, сколько теперь ребер? Для того, чтобы это сделать, самое простое – написать формулу рейки. Вот для любого плоского графа, связанного, верна такая формула. Я на всякий случай напомню, как она доказывается. Доказывается она просто при помощи тряпки. Смотрите. Вот если я беру любой нарисованный граф и какие-нибудь две грани, которые имеют общее ребро, рассматриваю и стираю это ребро, что при этом происходит с этим выражением? Количество вершин не изменилось. Количество ребер уменьшилось, я только что одно стер. И количество граней уменьшилось, потому что я две грани объединил в одну. Значит, количество граней уменьшилось на единицу. Было две грани, стало одна, уменьшилось на единицу. И количество ребер уменьшилось. То есть вот эти числа уменьшились на единицу. Понятно?
Но это было с минусом, а это с плюсом. Поэтому от того, что они оба уменьшились на единицу, выражение не изменилось. Так? Да. Ну и теперь я дальше могу также стирать. И до чего я в конце концов доведу картинку? А? До дерева. Совершенно верно. То есть у меня грани объединяются, и в конце концов станет одна грань. Стираю, да? Скажем, вот эта грань объединяется с этой, например, если я стираю это ребро. Или, скажем, вот эта грань с этой, если я стираю это ребро. Так, теперь надо стереть одно из внешних ребер, и, собственно, все. У меня получилось дерево. Так? При этом левая часть не менялась. У нас все время уменьшались эти числа на единицу. Теперь настало время делать так. Стирать одну вершину с ребром. То есть уменьшать на единицу вот это число и это. Ну и так я до чего доведу картинку? Совершенно верно, до одной точки. Одну точку оставил. То есть я стираю каждую вершину с ребром. Одна грань, одна. Одна грань, одна точка, ноль ребер. Один минус ноль плюс один – это два. Отлично. Значит, это равенство верно, причем верно для любого связанного графа. Хорошо. Теперь, что у нас есть? Мы знаем, что в том графе, который мы рассматриваем, все грани треугольные. Давайте в таком случае поймем, что у нас что. Вершина у нас n отлично. Ребер. Как связано качество ребер с грани? Это очень просто. Пройдем по каждой грани и посчитаем, сколько у нее ребер. Это получится 3 g. Понятно, да? У каждой грани, в каждой грани треугольника, значит, поэтому 3 g. Но, когда мы так сделаем, каждое ребро мы посчитаем сколько раз? 2. А значит, 3 g это 2 g. Ну вот. Что? Давайте теперь надо подставлять формулу. А именно вместо g надо подставить 2 трети r. Пишу. V это n минус количество ребер плюс 2 трети количество ребер. Это у нас будет 2. Замечательно. Надо все умножить на 3. Получится 3n минус 3r плюс 2r плюс r. Минус. Это у нас будет 6. R это 3n минус 6. Это максимальное количество. Значит, если я беру любой граф, неважно, связанный, не связанный, то R меньше или равно. Давайте я торжественно напишу. Ребер в любом плоском графе на n вершинах не больше, чем 3n минус 6. Все. Больше мне уже формула Эйлера не понадобится. Я ее стираю. А вот это не раньше понадобится. Господа, да. А r равно n умножить на n плюс 1 равно 0? Ну, нет. Сейчас разговор о любом графе. Нет, вот если у нас граф n-ная, там, конечно, будет n умножить на n плюс 1 пополам. А если любой граф, ну, любой, понятно. Вот. Ну и здесь тоже самое. Здесь, конечно, ребра n-квадрат, что. Но это конкретный граф. А там рассуждение про любой. Совсем любой пусть. Замечательно. Так вот, а теперь внимание. Пусть нам дали граф, в котором r ребер, n вершин, и при этом r оказалось больше, чем 3n минус 6. Он в таком случае, конечно, не будет плоским. Его будет невозможно нарисовать без пересечения. Но с пересечением это можно взять любой граф. Так? Замечательно. И вот давайте пересечение, это английское слово пересекаться. Давайте для краткости обозначать количество пересечений первыми двумя буквами. Я утверждаю, что это больше или равно, чем количество ребер
минус 3n плюс 6. Вот я утверждаю, что такое неизлечимое. Давайте его докажем индукцией по количеству r. Смотрите. Вот если у вас для графов с меньшим количеством ребер все нарисовано, а есть какой-то граф, в котором r ребер, то понимаете ли вы, что если r больше, чем 2n плюс 6, то при рисовании там обязательно будет хотя бы одно пересечение, да? Так давайте же его нарисуем, чтобы пересечений было как можно меньше. Ну, то есть самым лучшим способом нарисуем. Пересечений все равно будет. Вот это самое пересечение, которое есть. Может быть, есть еще какие-то пересечения, может быть, нет, не важно. Тут есть такая штука. И сделаем такую штуку. Одно из этих ребер. Что при этом произошло? Количество ребер уменьшилось на единицу. Так? Значит, можно считать, что неравенство верно для нового графа. Но при этом, смотрите, вместо r написано r минус 1. Вот как вы говорите, неравенство, на самом деле, такое. И при этом количество пересечений уменьшилось на единицу. То есть такое неравенство мы знаем. Ну, логично, что если мы знаем такое неравенство, то и эти минус единички убираем себе перечислить. Поняли теперь? Вот. То есть это просто индукция очевидно получается. Значит, неравенство такое. И вот сейчас будет очень красивая идея. Ну, кто видит ее первый раз в жизни, наверняка она произведет на вас впечатление. А те, кто видит ее первый раз в жизни, обязательно произведет впечатление, потому что мы получим неравенство для вот этого графа, исходя из вот этого. Давайте я сначала попытаюсь. Ну, чтобы запомнить. Вот у меня есть граф, Кн. В нем сколько ребер? Число сочетаний запомнил. То есть n умножить на n минус 1 пополам. Ну почему? Потому что n решит, из каждой выходит n минус 1 отрезок, но у каждого ребра два конца. Вот столько ребер. Минус 3n плюс 6. То есть вот такое неравенство выполнено для графа Кн. Какое неравенство выполнено для графа Кн? Это n квадрат. Вершин у него не n, а 2n. Да? Минус 6n плюс 6. Ну, в принципе, это не тривиальное неравенство больших. То есть получается, что нарисовать с полным отсутствием пересечений невозможно. Вот какие-то пересечения при больших n. Потому что при больших n вот это выражение, конечно, намного больше, чем 3n. И n квадрат нужно больше. Намного больше, чем 6. Это понятно. Но, ребята, мы сейчас получим оценку, которая во много раз более мощная при больших n. И оценку мы получим так, как учит нас барон Мюнхгаузен. Помните, что делал барон? Когда он застрял в болоте, он аккуратно приподнял себя за волосы и потащил. Ребята, это мощный метод математического суждения. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас возьмем вот это неравенство. Казалось бы, мы его уже применили. Но мы его сейчас применим к всем подграфам нашего графа, там, Кн или Кнн. И выяснится, что получится все замечательно и красиво. Только вопрос, как применить ко всем? Ну, в принципе, можно даже написать огромное количество. То есть каждую вершину мы берем или не берем, получается там два варианта. Да? Вот. Но давайте так. Я забуду про вот эти вот конкретные два графа и буду говорить просто про любой граф, в котором имеется n вершин. Ей даже что-то не смущали. Вот это вот я оставлю на будущее, чтобы потом сравнить то, что получится. Да?
А, что? Почему ниже строки минус 6? Потому что количество вершин это 2. Вот здесь стоит количество вершин графа. Да. У графа КНН 2 N вершин. Разве нет? Да, так вот. Итак, пусть у меня есть граф, в котором, значит, R ребер, N вершин. Я сейчас сделаю следующую штуку. Вместо графа рассмотрю случайный граф. Случайность будет сделана следующим образом. Каждая вершина с некоторой вероятностью будет существовать, а с некоторой вероятностью будет не существовать. Итак, давайте. С некоторой вероятностью вверху это число от 0 до 1. Любая из имеющихся n вершин войдет в граф или не войдет. То есть всего будет 2 в степени n вариантов. И при этом если все вошли, то вероятность этого события будет q умножить на q и так далее на q. Q в степени n. Если ни одна из вершин не вошла, это будет 1 минус q в степени n. Ну и так далее. Замечательно. И для каждого такого графа, для всех 2 в степени n, мы запишем Монтони равенство. Причем, если честно, даже шестерка не подходится. Вот эта шестерка, она мне не очень нужна. На самом деле мне нужно вот это. Потому что постоянно это читаю, интересно, при больших это. Ну, я напишу на всякий случай, но по большому счету важно это. Так вот, сейчас давайте подумаем, если у нас есть некоторое ребро, с какой вероятностью оно войдет в состав нашего графа? Вот, чтобы ребро вошло, надо, чтобы вошли оба конца, правильно? Значит, любое ребро войдет с вероятностью в квадрате. Так, что такое случайность, вы в принципе понимаете? Когда вот, у вас есть несколько точек, и одна из них зажигается или не зажигается, другая зажигается или не зажигается. И это происходит независимо друг от друга, с одной и той же вероятностью. Так вот, сейчас простой вопрос. Если независимо друг от друга, вот это зажигается, и вот это зажигается с вероятностью, с какой вероятностью зажигается это ребро? Ну, квадрат, конечно. Если вы что-то делаете с вероятностью, и после этого должны сделать что-то другое с вероятностью, то вероятность, что вы делаете и то, это q умножить на q. Если q, если 3, то q, да. Вот. Кстати, нам сейчас подаете 4. Почему? Потому что вот здесь разговор о пересечении, да? А когда у вас есть пересечение, то пересечение участвует 2. И чтобы пересечение было, вам нужно, чтобы каждая из этих вершин присутствовала. И это делается с вероятностью в четвертых. Так? Да. Отлично. Значит, если мы с вами усредним, если мы усредним вот это неравенство, то в этом месте возникнет некое. А q в четвертой степени умножить на это самое k. Здесь возникнет не число ребер, а число ребер, умноженное на q в квадрате. Так, теперь вопрос про вершину. Ну, минус 3, оно же так останется, минус 3. А теперь, когда у нас есть вершина, с какой вероятностью она у нас входит в рисунок? Значит, здесь будет минус 3n. Так, и шестерка. Шестерка всегда одна и та же, поэтому как была шестерка, так и получилась. Отлично. Мы получили такое неравенство, которое выполнено для любого числа q от 0 до 1. Ну, давайте, конечно, 0 представлять совсем неинтересно, потому что тогда здесь будет 0. Вот, и будет какая-то вообще, на самом деле, полная ерунда. Неравенство будет на самом деле даже просто неверно. Кстати, интересно, почему? 6 и больше нуля. А? 6 меньше нуля получится. Ну да. Вот это будет неверно. Потому
Потому что у нас вот есть проблемы с этим неравенством, когда что это графа вообще нет. Ребят, именно поэтому я и сказал. Давайте мы еще тут шестерку выкинем. Потому что дальше неравенство для нуля нет, да? Вот. И давайте все-таки убрать больше нуля, так как спокойно будет. Мы будем брать больше нуля. Замечательно. Замечательно. Ну и напишем, если уж у нас больше нуля, что кр больше, чем количество ребер, деленное на q в квадрате, минус 3n, деленное на q. Это неравенство выполнено при любом значении q. Ну, дальше, наверное, для простоты разрешите мне обозначить одну букву x. Что у нас тогда получится? Количество ребер умножить на x в квадрате минус 3n x. И что можно подставлять вместо x? Любое число большее или равное единице. Понял? Замечательно. Ну, давайте посмотрим, как выглядит график вот этой функции при маленьких x, как он выглядит при больших x. На самом деле очень просто. На самом деле очень просто. Если x равно 0, то это 0. И вблизи нуля это более или менее x квадрат. Если x сильно отрицательное число, то x тут намного больше. И поэтому очень больших x это будет отрицательное число, так? Ну, а здесь этот график как-то там движется. На самом деле мы сейчас перефиксируем и поймем, что выглядит он примерно так. Ну, дело в том, что вообще в принципе как количество параболы устроено, у нее не бывает больше, чем один максимум и один минимум. Вот. Значит, я сейчас не хочу это рассказывать, что для тех, кто не знает дифференцирование. Господа, давайте так. Ну, в общем, считается, что я сейчас имею право взять и писать воспроизводную. Это будет 2nx минус 9nx квадрат. Производная – это главное из угла на плотно. Кто не знает природное, это повод соединения. И вот чтобы найти вот эту точку, надо просто решить такое уравнение. Ну, когда x равно 0, это вот здесь касательно, а когда x больше 0, это вот здесь. Итак, 2r равняется 9nx, x это 2r разделить на 9n. Отлично. Отлично. Единственная проблема. X у нас величина должна быть больше или равна 9. Значит, 2r должно быть больше или равно, чем 9r. Давайте посмотрим, в принципе, в наших случаях это нормально или нет. Конечно, нормально. Потому что у нас количество ребер, вот здесь было n на n плюс 1 пополам, а вершин было n штук. Понятно, что при больших n вот это вот больше, чем 4,5 раза больше, чем n, да? И то же самое в графике n. Ребер n квадрат, конечно, это будет больше, чем 2n в 4,5 раза, большее количество раз при больших n. Значит, у нас, начиная с какого-то n, это неравенство будет выполняться, да? Замечательно. И тогда x будет больше или равно единице, значит, можно будет подставлять. Отлично. Отлично. Таким образом, мы сейчас вот в это выражение должны подставить вместо x 2r делить на 9n. R умножить на 4r квадрат делить на 81n. Это я подставил вот, x квадрат, да? Минус 3n умножить на 8r в кубе разделить на что там делить? 9 в кубе 729. 729n в кубе.
ну давайте считать. Тройка вот здесь вот сокращается. И здесь. Что? 243. Здесь остается 243, да. Вот. А здесь наоборот, надо на 3 умножить. Тогда здесь будет 243, а здесь будет 12. 12 минус 8 это 4. Получилось 4n в кубе разделить на n в квадрате. И еще разделить на 243. А там же n в кубе? Нет, потому что он сократился. Получилось n в квадрате. 4 243 r в кубе разделить на n в квадрате. Ну, на самом деле, это не так уж интересно, что это именно 4 243. И иногда, когда рассказывают вот эту лемму, для того, чтобы здесь получить какое-то более понятное число, не вычисляют производную, как я сейчас это сказал. То, что я сейчас рассказал, поняли те, кто знает производную. А вот представьте себе, человек не знает производную. Тогда в этом месте можно было сказать так. А давайте вместо x подставим r, деленное на 4n. Смотрите, здесь у нас r делить на 4,5, так? Ну, достаточно близко к этой точке лежит вот такая. Между прочим, даже станет лучше, потому что раньше я просил, чтобы количество ребер было больше r, чем 4,5. Да? А здесь достаточно будет просить, что количество ребер больше или равно, чем 4 больше. Да? Вот. Так вот, когда мы так подставляем, что тогда будет? Давайте подставим. R умножить на r в квадрате разделить на 16n в квадрате, согласны? Минус 3n умножить на n в кубе разделить на 64n в кубе. Замечательно. Вот 1 16 это 4 64. 4 минус 3 это 1. В результате получается n в кубе разделить на 64n в квадрате. Это легче сравнивать. Потому что 4 243 более сложное положение, чем 1 64. Но вот мы такое неравенство доказали, что количество пересечений не меньше вот такой величины. Ну или если угодно, не меньше такой величины. Понятно? Возвращаемся к нашим неравенствам. Так, ну давайте вот это посмотрим. Вот это. R в кубе разделить на 64. Помните вот это? А сейчас я напишу то, что у нас с вами получилось. И вдруг выяснится, что у нас получилось гораздо лучше. Итак, при достаточно больших n, больше или равно, смотрите, чего. Что там было? R в кубе? А что такое R в кубе? Это n в кубе умножить на n минус 1 в кубе разделить на 8, так? Делить на 64, чего? n в квадрате. N в квадрате. Ребята, а вы понимаете, что это выражение при больших n, это же у нас четвертая степень. А здесь стоит всего лишь, нет, n квадрат, подождите, какой-то конкретный, что 512. Это n в четвертой степени при больших, ну, почти, делить на 512. Это во много раз больше. Понятно? Оценка получилась во много-много раз больше. Хорошо. Теперь количество пересечений для графа KNN. Здесь что будет? Ребер у него n квадрат. Если я правильно помню, там было количество ребер, вводилось туда, да? Да. То есть надо n в шестой. Разделить на 64, и там было в квадрате количество расширить 2 n в квадрате. Ну, господа, вообще-то это опять у нас n в четвертой. N в четвертой разделить на 2. Но это не важно, это какие-то числа. При больших n принципиально, что здесь квадрат, а здесь четвертая степень. Это, согласитесь, совсем-совсем не так. Так? Поняли?
если я сейчас это рассказал, давайте я расскажу еще один сюжет на эту тему. На всякий случай, кому это показалось интересным, есть возможность, там на нашем любимом сайте, где все видео выложены, есть лекция Шкредова, длинная, он несколько раз приходил на Малый Мехмат, потом, кстати, даже Конякин приходил, в общем, академик. Вот, и читал эту лекцию. Там, так что все в сумме это получилось довольно много. Вот, где все это рассказано очень подробно и с приложениями к очень интересной теме. Задача о суммах и произведениях. Задача очень роскошная. Она не решена в математике по сей день. Но вот некоторые результаты, они Шведов и Конякин тогда и рассказывали. Задача такая. Представьте себе, что у нас есть множество из нескольких натуральных чисел. И мы сделаем две операции. Во-первых, мы рассмотрим множество их по парцу. Ну, берем мы его шесть, и выписываем сколько же. И рассмотрим множество их по парцу произведений. Понятно, что бывает ситуация, когда, например, произведений не так уж много. Ситуация вот какая. Когда вы берете просто степень двойки, тогда, понятно, да, и будет довольно немного. Бывает, что сумм немного. Например, взяли все числа от 1 до n, складываем, тоже уже далеко не убежали, да? А вот оказывается, что чтобы и произведений было мало, и сумм мало, такого не бывает. И там есть вот некое неравенство, которое связывает. И в какой степени, так сказать, наука по сей день не знает. Ну, подробно про это повторю на малом формате лекции, там все рассказывали. И самая главная оценка, которая там есть, была вот при помощи того, что я вам сейчас рассказывал, сделана при помощи этих самых пересечений. Вот. Но сейчас этого нету. Просто вот я прорекламировал, и кто хочет, чтобы слушать эти лекции, сейчас я хочу, ну, собственно говоря, из тех же лекций сказать кусочек в облегченном виде. Потому что я боюсь, что все-таки Шкредов сразу рассказывал достаточно тяжело, и поэтому там можно, в общем, немножко запутаться. Но надеюсь, что после того, как я сейчас рассказал, может быть, хоть кто-нибудь из вас да, послушает и то, что тогда Шкредов рассказывал, и поймет в общем виде. Значит, я сейчас докажу оценку на количество принадлежностей точной прямой. Давайте объясню идею. Ну, можно брать задачу в таком виде. N точек и M прямых. Вот, например, представьте себе, у нас есть три прямые. И вот, скажем, три точки. Скажите, пожалуйста, сколько тогда будет принадлежностей точек прямых? Смотрите, вот эта точка дает 2, потому что она дает эту и эту. И эта точка тоже дает 2. Эта точка дает 1. Все будет 5. Так? Да. Значит, обязательно или же на какой? Нет, пожалуйста. Вот могло быть 4 точки, и вот принадлежности больше не стало. Тогда вероятность того, то, что... Нет, хотя бы один. Я сейчас буду говорить о самой лучшей картинке. А вот теперь вопрос. Представьте себе, что я как-то хитро рисую прямые точки. И... хочу так нарисовать, чтобы вот этих самых принадлежностей или инциденций, как это называли на той лекции Шкредова, было бы как можно больше. Угу. Ну, например, когда у меня три точки, три прямые, конечно, рисовать надо. В принципе, в геометрии есть некоторые красивые картинки, когда на точке как-то так замечательно лежат. Ну, наверное, видео такой картинки. Видите? Замечательное свойство трапеции. Если у нас вот эти уже параллельные, то в таком случае там середина, лежат, да? Вот. Ну, есть еще масса красивых картинок, когда там что-то где-то лежит на прямой. Но меня сейчас интересует общий. Для того, чтобы было легче, чтобы мы не путались, давайте напишем, пусть прямых будет столько же, сколько точек. Повторяю, общий случай, уж к этому был разобран, так что
кому интересно, там можно. А я сейчас расскажу вот этот простой случай. И я докажу, что в таком случае этих принадлежностей не может быть уж слишком много. То есть, смотрите, какая наивная оценка. Ну, в принципе, каждая ручка лежит не больше, чем на n квадрат. Ну, значит, ответ не больше, чем n квадрат. Так вот, оказывается, что на самом деле все намного лучше. Даже лучше. Намного лучше даже. Вот это самая примитивная оценка n квадрат. Я сейчас расскажу оценку. Гораздо число намного меньше, чем n квадрат. Делается это так. Представьте себе, что есть какая-то картинка. Какие-то прямые. Какие-то точки лежат на каких-то из этих прямых. Давайте, например, так рисую. Вот эта точка, это, скажем, вот это, там еще может быть много-много всего, я просто нарисовал кусочек картинки. Господа, когда у меня есть вот такие выделенные точки, через некоторые из них проходят прямые, через некоторые по несколько, я, разумеется, сразу могу рассмотреть такой граф. Его вершина – это вот наша N-точка. Понятно? Его ребра – это, смотрите, что такое. Это напрямой кусок, отрезок, на котором нет других наших отмеченных точек. То есть вот в данном случае у нас ребра получаются такие. Вот это одно ребро нашего ребра, да? А вот это, второе, и еще одно. Еще одно. И вот это. Получается граф, в котором три ребра. Да? Но при этом четыре вершины. Могло быть, конечно, гораздо больше. Например, если бы я взял вот эту точку не здесь, а вот здесь, то добавилось бы два ребра. Ну и так. Замечательно. У нас с вами есть такое неравенство. Количество пересечений не меньше, кто помнит, чего? R в кубе меньше 64 n в квадрате. Был такой? Да. А теперь давайте зададим себе вопрос. А пересечение вообще что такое? Это же пересечение прямых, правда? Причем, знаете, просто некоторые из пересечений, на самом деле, вершина пересечения. Но точно, что это не больше, чем n умноженное на n собственных квадратов. Когда есть n прямых, то каждые две пересекаются не больше, чем в одной точке. В принципе, там могли быть параллельные. Понятно, да? Но вот больше, чем столько пересечений точно не бывает. Да вот если даже каждые две прямые пересекаются, то есть будет n на n. Отлично. А теперь соображаем. А r это что? Давайте мы сразу прям напишем, что вот это меньше, чем n квадрат разделит на 2. Так? И значит, n не больше, чем, смотрите, что такое, чем кубический корень из 128. Нет, не 128, вообще. Да, 32. Значит, n в четвертой степени разделить на 32. Так, это правда. Это правда. А теперь я должен сказать главное. Я должен связать количество этих самых принадлежностей с количеством ребер. Что такое принадлежность точки прямой? Это степень. Это вероятность? Нет, нет, вероятность сейчас никаких не должно быть. Просто мы смотрим вот на эту точку, например, да? Вот эта точка принадлежит двум прямым. Так? Она принадлежит двум прямым. А теперь вопрос. Как? Если у меня каждая точка
прокричит, скольким прямым она принадлежит. И мы все эти числа сложим. Как это будет связано с количеством ребер? По-моему, это как-то связано очень хорошо, на самом деле. Можно вопрос, почему мы делим на 32? Не слышу. Почему мы делим на 32? Потому что умножаем. Спасибо. Итак, из этого неравенства получается такая оценка. R меньше равно кубический корень 32n в четвертой. Осталось мелочь. Понять, как связаны между собой количество принадлежностей и количество ребер. Значит, у меня проблема в том, что, например, если я выделю вот эти точки, то тогда есть вот это ребро, у меня есть вот это ребро, да, вот здесь вот два ребра, да, и вот здесь вот есть ребро. А я хочу доказать, что вот количество этих самых принадлежностей меньше или равно, меньше или равно какой-то величины, которая связана с числом ребер. То придем такую точку. Высоко-высоко над всей этой картинкой, в которую будут входить все прямые, причем вот прямая этим своим концом входит туда с одной стороны, а этим с другой. Представили? Возьмем здесь точку, и каждая прямая будет в нее входить. Тогда из этой точки будет выходить ребер в точности 2n штук. Так? Mm-hmm. Так. И в таком случае, когда вы берете любую вершину и подсчитываете, на каком количестве прямых она лежит, то вы фактически что получаете? Вы получаете в два раза меньше ответ, чем у нее степень на этом графе. Согласны? Ну, то есть, смотрите, мы вот вершинами графа считаем эти точки, а вот если дальше идет, то мы это сразу идем вот в ту точку. Вот как бы завязочку делаем. Вот. Замечательно. И в таком случае, вот, если мы посмотрим степень здесь и просуммируем это по всем прямым, то получим величину 2i. Так? 2i. Ну, еще есть вот эта самая точка, в которой мы считаем. И мы уже сказали, что в нее входит 2n. Поэтому еще надо взять 2n. Так? Так. Но чтобы получить количество ребер, надо сумму степеней вершин разделить на 2. Значит, это надо разделить на 2. Так. И еще одна вещь. Все-таки многие ребра – это те, которые выходят из этой точки. Они нам не нужны. Поэтому надо еще не забыть вычесть 2n. И вот это и будет r. Так это же отлично. Я получил оценку на величину i. Смотрите, здесь пополам сокращается. Получается i минус n меньше или равно вот этому. Значит, сама величина i не больше, чем n плюс 2 кубических корня из 4n и еще умножить на n. Согласны? Смотрите, наивная оценка n квадрат. Оценка, которую я сейчас получил, это, ну, с каким-то коэффициентом n в степени 4 третьих. Это намного меньше больше. Ну, сравните. N квадрат и n в степени 4 третьих. Это величина разных порядков. Если вы в качестве n подставите миллиард, в одном случае будет миллиард миллиардов, а в другом случае будет тысяча миллиардов. Это огромная разница. При маленьких n это не очень чувствуется, при больших n это огромная разница. Ну вот, на самом деле, если, что называется, сильно захотеть, то можно,
например, еще такую задачу решить, тоже при помощи примерно такого же рассуждения, как я сейчас сказал. Представьте себе, что на плоскости даны n точек. Между некоторыми из них расстояние равно единице. Сколько максимум может быть таких пар? Точек между которыми расстояние единицы. Да. Заметьте, примерно таким же образом, как я сейчас скажу, удается быстро получить оценку нетривиальную. Какая тривиальная оценка? Понятно, какая? Число сочетаний из n-пот. Да. Какая самая оптимальная, когда они треугольники образуют? Нет. Какая самая оптимальная, замучиться думать. Потому что когда точек много, то возможны довольно странные эффекты. Наверное, вы видели вот эту вот знаменитую картинку, когда рисуют односторонний треугольник. Что там дальше делают? Рисуют равносторонний треугольник с такой же вершиной. Вот, это уже сколько точек? Раз, два, три, четыре, пять. А? Нет, я не про лёгкое. Я говорю, что есть такая картинка, когда нарисовано семь точек, и их нельзя покрасить в два цвета. Если бы я сейчас помню, там с мостами вроде. Что там делается? Нет, вот это там точно есть. Там после этого. А, вспомнил! После этого рисуется вот так вот, это тоже двусторонний треугольник. После этого рисуется вот так вот, это тоже двусторонний треугольник. И так подбирается вот здесь угол, чтобы это была бы единица. Вот это знаменитая картинка. Во-первых, почему она существует? Потому что фактически я взял ромб, составленный из двух правильных треугольников, и другой ромб из правильных треугольников. И добился, чтобы здесь было единичное расстояние, так? Почему ее нельзя покрасить в три цвета? Это очень просто. Чтобы на расстоянии один были бы... Смотрите, вот это один цвет, это второй, это третий. Они должны быть разные, потому что здесь везде расстояние один. Замечательно. А это какой цвет? Тоже первый. И все. Почему? Потому что если вот здесь вот два, а здесь три или наоборот, то это все равно будет первый цвет. Понимаете? Здесь два, здесь три или здесь наоборот. Все равно здесь будет первого цвета, а это должно противоречие. Вот эта картинка, которая объясняет, что плоскость нельзя покрасить в три цвета, чтобы на расстоянии один были всегда точки разного цвета. Да? Вот. Так что нет, там бывают хитрые варианты. Давайте я сейчас быстро объясню вам, как оценивать. Итак, пусть нет n точек. Понятно, что нужно сделать. Нужно вокруг каждой точки провести окружность с центром этой точки радиусом. Вот у нас точка. На ней могут быть некоторые точки. Да, как прекрасно. Может быть еще какая-нибудь окружность. То есть, ну и так далее. Тут может быть хитрая картинка. С центром в каждой точке мы проводим окружность. Поэтому я это боюсь рисовать. Почему много всего. N окружности. Скажите, пожалуйста, когда у нас нарисован N окружности, какое наибольшее количество точек пересечения может возникнуть? Очень понятно. Каждая из каждой пересекается не больше, чем двух точек. Поэтому максимум это будет n умножить на n минус 1. Это больше или равно, чем вот это самое наше число пересечений. Отлично. А теперь давайте подумаем, какой нам разумно взять граф. Понятно, какой. Граф, состоящий из вот этих вот дуг. Понятно, да? Там разве не n минус... Что? Там разве не n на n минус 1 пополам? Нет, потому что две окружности пересекаются в двух точках. А, две прямые пересекаются в одной точке, поэтому был n на n минус 1 пополам. А две окружности в двух, да. Поэтому в два раза больше. Да. Получается, у этих двух точек есть два пересечения? Точнее,
я просто не договариваюсь, что когда у меня есть окружность, а на ней лежат наши точки, то они разбивают окружность на дно. Это идут ребра нашего графа. А одного графа, если просто брать две окружности, то получится... Нет, надо взять все окружности, и вот это будет такой большой граф. Так да? Получается то, что между двумя точками есть два ребра. Да пожалуйста, что? Почему так? Не страшно. А теперь вопрос. Больше или равно чего? У нас было наше великое неравенство. R в кубе. Чем R в кубе? На 64. А? На 64 n квадрат. Разделить на 64 n квадрат. N в квадрате. Отлично. Господа, ну вот в данном случае посчитать R довольно просто. У прямых там была проблема с тем, что уходили в бесконечность. А здесь совсем просто. Ведь у нас, когда есть вот эти вот факты, что точка лежит на окружности, то когда мы это увеличим в два раза, мы получим в точности сумму степеней. Правильно? Замечательно. Когда мы сумму степеней разделим на два, как положено, как бы нас просуммировали и разделили на два, то мы как раз и получим те самые выборы. Так? Так значит, интересующая нас величина – это просто количество выборов. Чем кубический корень из 64 n в четвертой. Это намного лучше, чем n в квадрате. Правда, надо сказать, что я не знаю, насколько эта оценка точна. То есть я не умею рисовать картинку, в которой было бы много резких единичных клеток. Но с другой стороны, что умею сказать?